за территорию. Боевое оружие, всем разойтись! Какое боевое оружие? Прошу, отойдите, пожалуйста, вам говорят, вот план крепость. План крепость, пожалуйста, видите сами. Отойдите, пожалуйста. Значит, даю вам время на устранение данных действий. Прошу покинуть данное место. Предупредил. Напоминаю вам, у нас действует постановление 208, постановление правительства Саратовской области, согласно которому у нас вы обязаны соблюдать дистанцию и масочный режим. Поэтому будьте добры, соблюдая дистанцию, разойдитесь. Территория города Саратова. Существует 417 постановление, в котором написано, что государство должно нас обеспечить чем? Правильно. Средствами индивидуальной защиты. Обеспечило оно нас. Ответ. В данный момент вы нарушаете действующее постановление. Будьте добры, разойтись. Опять же, я вас как сотрудник полиции предупреждаю. В случае неисполнения законных требований сотрудника полиции, вы будете привлечены к административной ответственности по статье 19.3 административного кодекса. Если вы